Привет вам из солнечного Калининграда. У нас сегодня обзор на велосипед Cross Esker 4.0, но не в простой комплектации, как на Кларисе, да, там есть такие обычные, а на Shimano 105 навесном оборудовании, плюс там с некоторой модификацией. Данная рама выполнена из хромолибдена, она намного прочнее, чем обычные алюминиевые рамы, то есть вы можете на нее навешать целую кучу дополнительных сумок для того, чтобы ездить в путешествия, в велопоходы какие-то. Вилка оборудована тремя позициями для сумочек. Дополнительная бутылочка, точно так же на три крепления. То есть есть специальные сумки, которые вы можете сюда поставить. Shimano 105 стоит здесь, навесное оборудование. Ну, что могу сам сказать после эксплуатации этого велосипеда, что велосипед очень-очень-очень похож с вот такими колесами на фэтбайк. Я ездил на фэтбайке, вот, и, честно вам скажу, мне вообще не понравилось, но вот этот велосипед, у него колеса больше, чем стандартные, за счет этого кажется, что ты едешь как будто вот на фэтбайке. Что еще можно сказать? Здесь точно так же стоит сзади переключатель Shimano 105. Тиагра стоит. Кассета новая. Ну, велосипед на самом деле в отличном состоянии. Он прошел все полностью технический осмотр, готов к эксплуатации и к тому, чтобы отправиться к вам в регион. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч!